пятница готовит праздничный сюрприз для жителей и гостей республики к Новому году. Любимых сладостей известной марки «Хакасия» станет еще больше. Сладкарница выпускает новую линейку конфет. Кондитеры приоткрыли тайны покупательского успеха. Благодаря ручному производству на всем этапе сладости получаются по-настоящему вкусными, ароматными и полезными. Начинается все с темперирующего устройства. В нем полуфабрикат элитной шоколадной глазури с содержанием 72% какао растапливается и превращается в жидкую теплую массу, которая через несколько минут формуется в конфеты, шоколадные плитки и батончики. Но прежде шоколад должен пройти темперирование на мраморном столе. Эта технология применяется брендовыми шоколадье во всем мире. Происходит кристаллизация какао-масла, когда конфетка становится сочной, блестящей, красивой. Именно мрамор для темперирования выбран не случайно. Камень обладает природной прохладой, которая идеально подходит для работы с шоколадом. Формы для конфет, как и все, здесь тоже необычные, поликарбонатные. Стоит добавить, что цех, которому всего 3 года, поражает объемами производства. В прошлом месяце изготовлено 4 тонны шоколадных и пастельных изделий. А ведь начиналось все с небольшого кондитерского цеха на Торговой 5 в 2010 году, где выпекали торты и хлебобулочные изделия. Уже в декабре 2012-го сладкарница осваивает технологию шоколада. Запущен цех, где создают авторские эксклюзивные шоколадные изделия. Сладкарница оправдывает свое вкусное название. Это рай для сладкоежек. Шоколадные конфеты весовые и коробочные. Весовые самые популярные и любимые для всех конфеты – это черемуха, конечно, шоколадно-клубничная. Также мы запустили новую линейку элитных конфет, которые продаются у нас поштучно. Кофейные, пломбирные, кокосовые. Запустили новую линейку мармеладов с натуральной ягодой. Ягоды малины, вишни, облепихи. Использование натуральных орехов и ягод, качественного и сертифицированного сырья и неподражаемая рецептура сладкарницы не перестает удивлять своих клиентов. Кондитерский дом, один из первых в Хакасии, ввел систему ХАСП. Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства, что исключает риски попадания на прилавки некачественной продукции. В сладкарнице найдется лакомство на любой случай жизни. Например, с конфетами «Княжеские» можно не только вкусно попить чай, но и расширить знания. На каждой обертке есть история о знаменитых российских княгинях разных эпох. Основа этих конфет – кедровый орех и подварка из ягод брусники. Еще одна новинка – 3 трюфеля. Классический горький, изысканный белый в кокосовой стружке, а для гурманов – с орехами. Романтичный подарок недавно появился на прилавках сладкарницы. Найти их можно не только в Абакане. Знаменитый кондитерский дом стал известен в Минусинске, Свиногорске, Черногорске, Белом Яре. Как отмечают сами специалисты, на этом останавливаться они не собираются. К Новому году появится новая конфетная ассорти в коробках, какое пока держится в секрете. Но шоколадье уверены, они также завоюют любовь покупателей. Изделия торгового дома сладкарницы для тех, кто ценит изысканный вкус и качество. Кстати, компания «Сладкарница» приглашает и детей, и взрослых окунуться в новогоднюю сказку и увидеть самим, как производят шоколад. Записаться на экскурсию можно на Торговой 5 в городе Абакане. Подарите близким вкус праздника. Равнодушных не останется.